Кубок Газпромнефти, ну, серьезный турнир, вот, престижный для мальчишек, для развития ихнего. Вот, очень полезно участие. Вот, и, думаю, и престижно в первую очередь. Вот, думаю, что всем интересно будет. Вот, и хорошими командами поиграть. Вот. КХЛовского формата. То готовились очень так плодотворно. Вот. У нас проходили, еще участвовали в чемпионате России. Вот. Только мы приехали. Вот. И сейчас вот чемпионат Казахстана. Вот. И готовимся. Вот. Ребята понимают вот, всю ответственность вот, в участии. Вот. Очень горят желания. Вот. Спасибо, что есть такая возможность, что нас пригласили вот, поучаствовать в таком серьезном турнире. Скоро будет, ну, самый важный для нас турнир Кубок Газпромнефти. Туда соберутся самые сильные команды КХЛ. Ну, давайте поборемся, будем стараться. Там все очень хорошие команды, слабых команд там нет. Родители говорили, что это, ну, участвует только кому 10 лет, и что этот кубок один из самых больших кубков Европы. Ну, Европы. Сказали, что там, грубо сказать, просматривать будут. Ну, уже ну, когда большие будут, уже просматривать будут игроков. Ну, надо готовиться к этим играм. Там очень хорошие команды. Ну, в командах все быстрые, хорошие игроки бросают. На скорости все. Ну, не как мы там, все медленные. Они все быстрее, голову быстрее поднимают. Уже быстрее все делают. Я буду бороться, чтобы команда побеждала. Буду много забивать и давать передачи. Борис 2005, удачи!